Дубна. Здесь советскими физиками в содружестве с учеными социалистических стран создается новый ускоритель элементарных частиц. Этот мощный ускоритель отличается своей компактностью и намного удешевляет исследование ядерных процессов. Руководитель коллектива авторов проекта, доктор физико-математических наук Саранцев, показал установку многочисленным коллегам, которые приехали в Дубну на международный симпозиум по коллективным методам ускорения. В своем докладе на симпозиуме Саранцев рассказал о работе физиков Объединенного института ядерных исследований над созданием коллективного ускорителя. На новый метод ускорения многие физики возлагают большие надежды. Он может явиться ключом к преодолению барьера сверхвысоких энергий. На симпозиуме было зачитано около 60 докладов ученых из Советского Союза, Японии, Соединенных Штатов Америки, ФРГ и других стран. Объединение ученых разных стран ставит перед собой благородную цель – обуздать неисчерпаемые запасы ядерной энергии, заставить их работать на благо всего человечества.